Мисс Кизи, расскажите, пожалуйста, как вас похитили? Главарь заставил меня открыть сейф. А потом меня взяли в заложники. Вы хоть что-нибудь видели сквозь повязку? Нет. После такого у людей очень часто бывает посттравматический стресс. Что с тобой? Тяжелая выдалась неделя. Я люблю от души поплакать, когда мне делают маникюр. Может, выпьем чего-нибудь? 2 декабря. Каждый год в Бостоне совершается более 300 ограблений банков. Как правило, совершают их профессионалы, которые проживают в районе площадью в 1 квадратную милю. Твои родители тоже здесь живут? Мама ушла, отец редко куда-нибудь ходит. Я думаю, изменить свою жизнь. Изменить свою жизнь. Тебя либо посадят, либо нет. Ты ведь дружишь с Дагом Макреем? А ты откуда знаешь Даги? Да я работаю в ФБР. Я уезжаю отсюда. Ты здесь вырос. С теми же понятиями, что и я. Слышал, у тебя новая симпатичная девчонка? Он такой скрытный. Если мне померещится, что ей что-то угрожает, убью вас обоих. Ты что, меня любишь? Да. Она единственный человек, который может нас сдать. Она ничего не видела. Заруби это себе на носу. Это очень суровая команда. Найдите хоть что-нибудь похожее на отпечаток пальца. Мы ведь тоже не погулять вышли. Я хочу поехать с тобой. Я уезжаю с другой женщиной. Если нас прижмут, то суда не доживем. Надеюсь, вы понимаете, что будете сидеть в федеральной тюрьме до самой смерти. До встречи. В этой жизни или в другой. Художественный фильм «Город воров».